Всем огромнейший привет, и мы начинаем наше прохождение из замечательной игрушки про кота. Поехали. Так, что нам надо сделать? Так, мячик сделали. Опа! Что-то растение надо повалить. Разбили вазу. Класс. Можно убрать это помощь управления, не мешает. Закрывает экран, мне кажется. Ух! Нифига себе! У нас норка такая, что ли? Домик. Класс. Эх! Столкнем все. Тут тоже. Так, у нас остался робот. И осталась картина кота. Ну зачем картину-то кота трогать? Эй! Комплит! Можно ложиться в коробку. Тренинг, короче, тренировка комплит у нас. Контент. У нас такой котеночек. Явно. Резвится, играет, подушки скидывает. Их! Книжки тоже. Но время-то кончается, на самом деле. Надо быстрее, быстрее. Ой, скидывай ты эти книги. Молодец. Эх! Не допрыгнули до шкафа. Эх, а если так, а если так, а потом будет так. Что-то как-то плохо тут лежит явно, надо скинуть. Играли мы в эту игру, помню, в демку. А вот сейчас это полная версия. Носки туда, белье туда, видимо, постиранное только что. Все на пол. Все на пол. На пол. Ой, что-то мы там разбили. Ну ладно. Игры тоже на пол. Хозяин, наверное, ругаться будет. О! Ну плиту-то опасно же забираться. Вдруг она была бы включена. Вроде нет. Капуста, перцы всякие, где еда, где молоко? Не кормите кота, гады. Получайте. Ну как наверх на самом забраться? Я хочу туда к посуде. Ай! Че, не могу что ли к посуде попасть? Thank you.
Да верты все напал. О, телек надо повалить явно. Вот что дорогое. Приставки, телек, все, джойстик. Ух ты, сколько джойстиков. Ой, ругаться будут. Мы скажем, что это не мы. Отлично. Та-та-та-тан. Скажем, просто не мы, кто-то пришел и разбросал все. А мы вообще-то ни при чем. Вообще ни разу. Какие-то коты, не мы это были, какие-то другие коты, надо тоже все картины сбить. Хотя не успеваю по времени, такое ощущение, нифига. Там книжки. Все это не нужно. Что за эвент? Ух ты! Класс! А можно выше подпрыгнуть? Я туда хочу, на ту полку. На ту полку нас не пускают. А, вот. Как-то еще выше можно? Да ёкало, мы сейчас падаешь-то. Эх! Эх! Явно ведь не успеваем. Не успеваем! Коты, на помощь! Чего делать? Мы не успеваем нифига. Хочу наверх. Вот туда прыгнул. Нет, хочу вот туда наверх. Ой! Мы даже куда-то запрыгнули, что-то там побили. Это еще тарелки, блин. Их! Мы ж коты, мы можем прыгать. Очень так нехило. Давай, 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 бонус, бонус, давай. Чуть-чуть не успели, потому что с самого начала я вот так не прыгал. Тайм-ап, мы провалили задание, теперь нас будут ругать. Их! Давайте будем таким котиком. Только не говорит, что с обучалки нам нужно. Нет, вроде не с обучалки. Уже радует. Нужно 7 тарелок и 22 книги сбить, да? Я понимаю. Эх, роботы, книжки, все вон, все не наше, все какое-то непонятное человеческое. Чем коту книги? Реально? Нафиг нам не нужны. Еда, еда нам нужна, молоко там, творожок. Так, он все сбил. Да почти все. Тоже нафиг.
Эх! Дайте запрыгнуть тут. И не допрыгнули. Ух ты, что там за Эван-то? Опять. Эх! Тарелки все. Хлам этот весь. О, микроволновка, что ли? Надо ее тоже расшибать. Не, не можем. Жаль. То можем телек свалить. Еще что-то непонятное. Стой. Валяем. О, книги пошли. Чего кота валим? Минашку. Зеро какое-то тут. Все, все валим. Все буквально. На этот раз мы, по крайней мере, выполнили план. Complete! А это наша коробка. Можно спать. Телек разбили. Ух ты, да столько урона причинили, ужас. Бонус на 6 роботов и что-то там еще, да? Ой, не допрыгнули, маус. Сейчас допрыгнем. Нафиг. Это вот мячики можно, кстати, поиграть. Ой, надо перепрыгнуть. Эх, аж не допрыгнули. Ой, упали. Ну ничего, мышкоты нам можно. Эх. Непонятно, это какие-то книжки, что-то как-то все совсем не будет. О, цветок. Коты любят цветы. Нифига себе, что это такое вообще? Эван, мы парим в этом моменте, короче. Очень круто. Ух ты! Так прям опасно мы подпрыгиваем. У нас невесомость, я понял. Все очень медленно падает. С неохотой такой. Кстати, по времени-то не успеваю, так вот, если по чесноку-то, по ходу дела. Эх, туда не допрыгнуть сразу, ой-ой-ой-ой-ой. Кастрюли, правда, можно валять, тут это. Эти стуканы, бутылки.
книги роботов. Эх. Да нельзя, к сожалению. Откроем холодильник. Устроим там беспорядок полный. Эх, не получилось. А еще раз. Ай, тихо. Надо сначала вот еще и цветы поварить. Нафиг они тут нужны вообще. Да и тут что-то как-то... Стаканы там стоят, что-то вообще непонятное. А ёшки, не допридеваем. Вот, мы на холодильнике уже. А с холодильника можно и туда прыгнуть. Эх, нифига не получается. Теряем время. Блин, не успеем же, блин, не успеем. Хозяин придет, все веселье кончится, накажет еще. А нам веселиться хочется. Не понимают нас. Да ёшкин кот, что ж мы мимо-то прыгаем? На ёшка ломаная. Котик, ты это... Координацию свою потратил. Ёшкин курин. Теряем времени очень много на этом. Эх! Ладно. Темнота. Страшно, смотрите как. Нам страшно. Хоть что-то сшибить надо. Хоть что-то, времени мало. Ой. Не катает, не мимо явно. Надо его тоже сшибить. Ишь какой. Как же наверх там запрыгнул-то? На шкаф. Эх! Да на шкаф-то не запрыгнуть. Ну ладно. А можно сюда. И отсюда все тоже повышибать. Эх. На шкаф так просто не запрыгнуть. Не успеваем. Мэйдэй, мэйдэй. Делаем хоть что-то. Чудим хоть как-то. Эх, не успел. Ой, не успел. Times up. Опять я провалил задание. Ну, как так можно? 12 штучек и собрал. Поехали. Идем нам с первого уровня опять. Нет, 380, нифига себе, вы это как его? Вообще соображаете, что это? Вот тут очень много для маленького котика.
Если в начале там в бетке была цена, то есть было понятно, что нужно рушить. Честно говоря, пока что не очень-то и понятно. А что конкретно нам лучше сбивать первым? Что лучше вообще не сбивать? Вот этого Котофея надо сшибить, что тут висит у меня дома. Непонятно. Я вижу, конечно, бонус там показывается. Видимо, вот и вот здесь. Мечта любого кота. Попить тарелки. Что-то непонятно это взять себе. Кастрюлю тоже нафиг. Что, высоко подпрыгнули? Оба, отлично. Что-то какие-то на бутылки на холодильнике, все в топку. Ай-яй-яй-яй-яй. Упрыгнуть можем? Падай ты уже. Ничего интересного нет. А их не допрыгиваем мы туда, к сожалению. Где ж тут найти-то столько? А, вот еще кое-что. Мы подняли скорость. Вот она. Игрушки какие-то, роботы, блин. Телеки, все нафиг. Мы все равно не набираем даже 200, тут 380 надо. Ух, сколько всего можно шибить. Тан-дан-дан-дан-дан. Как не запрыгивается, да, на самый верх. Видите, не запрыгивается, однако. Что, может быть, отсюда? Ух, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. С разбегу бы. Нет, не получается. С разбегу бы. Тоже не получается. Ладно. О, еще какой-то портрет, непонятно, кошки, кота,
можешь убить все на пол. Подготовил ужин, а на кота не приготовили. Ну, хвост такие. Опять не успеваю. Опять не успеваю. Но мы стараемся. Не, успеваю, нормально. Сейчас вот еще эту кошечку собьем. Эй, тихо. Текс. Да ёбка, ломана, падаем. Можем не успеть. Не успели. Комплит! Что там, новый апгрейд? Ну-ка, что за апгрейд? Хочу апгрейд. Уточка. Джамп. Где наша коробка? Их. Ну, коробка-то где? Вот она. Все. Next. 300 объектов, понятно. Бонус дается за деньги. Я понимаю. Да, ну на прошлом уровне, блин, времени было больше. В принципе, объектов было больше. Ну и времени больше. Ну, что важно. А по лестнице же не можем подниматься точно. Вот они, книжечки. Непорядок, когда тут фото не нашего кота, а тут чужого. Правда? Та-дам-та-дам. Ай, упали. Где наши супер-прыжки? Конечно, у нас раздолье, когда столько книжек в стопке стоит. Сразу там, не знаю, по 20 предметов сейчас засчитывается. Еще и бонусные книжки видно. Зелененькие. Так, если выше.
Давай, давай, все вниз, все на пол. Наше место разгребаем. Тихо. Ниже чуть. Да блин. Ладно. Идем в следующую комнатушку. Ух. Какое раздолье-то, а? В принципе, все, мы успели. Что-то у кота сшибем. Разблокируем новую фотку. Фотофея. Фотофеича. Я смогу туда прыгнуть? Эх, нет. К сожалению, не смог. Так, а это будет считаться, то, что я там сбиваю? Да. Изначально, видимо, на кровати было. Все, комплект. New upgrade. Где новый апгрейд-то у нас? Вот он. И что у нас тут? Понятненько. А, где наша коробка? Я заблудился. Блин, я реально заблудился. Такая здоровенная квартира. Вот на кнопку. Супер. С книжкой заснули. Next. Ух, а тут же по деньгам надо, короче, да? Надо уже что-то дорогое расшибить. Я уверен, что дорогие это вазы. Там 100% уверен. Какие-то вазы такие. А что не могу запрыгнуть вдруг? Тихо. Кубки там разные, все бьем. Мы в музее, классно. А можно этого динозавра, короче, повалить? Супер, мы развалили динозавра. Я думаю, что он стоит очень дорого. Просто дичайше дорого. Ага, время подходит к концу уже. Тут я как-то не заметил по времени, что у нас совсем мало его. Можно спокойно не успеть, на самом деле. Мы не успеем. Все, мы не успели, получается. Таймс, может это бонус был, потому что мы там динозавра взяли. Ну давай за эту сыграем. Опять с самого начала, видимо, да? Или каждый раз туры немножко другие. Угу. 370 объектов на этот раз надо. Ну я сколько уже сразу вижу этих объектов? Кубики! Нафиг! Он какие-то книги там стоит, понаставил двуногий книги мне. Нафиг мне книги, вы давай мне, не знаю, там, мячиков каких-нибудь, шариков, что-нибудь еще. Да, жареных шариков, короче. Эх, сложно нам носки сшибать, силёнок не хватает. Та-дам-та-дам.
Ну, нормально, в первом законе 160. Я думаю. Чё за петушей? Диско! Кота этого еще тоже шибем. Я дам книжечку. Чуть было не упали на пол. Совсем в наши планы это не входило. Ух, не допрыгнем туда, к сожалению. Ну ладно. У нас еще есть куда допрыгать. Можно. Да-да-да-да. Классная музычка такая, не напрягающая абсолютно вообще. С другой стороны, веселая довольно-таки. Тан-та-та-та-та-та-та-тан. Опа! Комплит! Next. А, времени мало, 200 объектов, ясно. Пытаемся как можно быстрее. Что за катафей опять? Так, погодите, а где это? Где я был, а где я не был? Совсем мало вещей было. Ух ты! Рейдж кота. Не доводите до кота вот такого состояния никогда. Он будет страшно потом. Кончился. Эх, сюда не допрыгнул еще. Тут совсем мало вещей реально. Да ёлка, мама,
Их! Погнали отсюда. Новый апгрейд. Бакока. Ну как с вещами-то совсем не густо, а? Прям совсем не густо. Эх. Не получилось. И опять не получилось. То сейчас получилось, да, туда, куда я хотел. Опять это по вещам-то не так и много, к сожалению. Не успеваем, совсем не успеваем. А время на исходе, а у нас вещей еще дофига. Насадно. Три вещи не хватает. Две. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Скилла не хватает нам, чтобы эту игру пройти, а? Ну ладно, мы еще, может, разок попробуем. А пока всем большое спасибо, кто смотрел, и всем пока-пока.